Чрезвычайное происшествие на авиарейсе Харьков-Стамбул. Гражданин Украины попытался угнать самолет в Сочи, когда в столице Олимпийских игр уже началась церемония открытия. На борту лайнера находились 110 пассажиров. Мужчина заявил, что в салоне Боинга взрывное устройство, попытался зайти в кабину пилотов и потребовал взять курс на Сочи. Экипаж направил сигнал SOS на землю, тем не менее посадил самолет в штатном режиме в аэропорту Стамбула. Дебошир был задержан полицией. Спецслужбы тут же приступили к осмотру лайнера, пытаясь выяснить, есть ли на борту взрывчатка. Позже появилась информация, что пассажир был не трезв. Он добровольно сдался властям. Никто из находившихся на рейсе не пострадал. Взрывчатки на борту не оказалось. Оружие у дебошира также не нашли.